нужен был какой-то козырь. Сидишь и ждешь, дрожат колени куста. Очень интересный перевод, честно. Так, помните эту игру, да? Я тоже ее помню. Но я не помню лишь одно. Фоксян, мне интересно, что переводчик скажет, когда прочитает твои красивые высказывания. Так, берем камеру, берем переводчик, нажимаем сканира. Он остается в камере 2 долго, и ты сможешь узнать, если он активный, если вы слышите его в вентиляционном канале, и когда он прибудет на ваш офис, вы услышите, как он поет, и когда он делает это тебе, должен нажать клавишу пробел на клавиатуре, чтобы включить вне офиса кислород, вызывая сбой в вашем воздухе система, заставляющая это возразиться на свое место через тот же вентиляционный... Очень интересно, честно, я нихера не понял, но надо нажать пробел. Окей. Маринску знаем, Фредди знаем, этого знаем, всех знаем. А ты кто вообще такой? Какой-то фиолюточка или что там. Хорошо? Какая ночь тут будет? Тут заново что ли? Ну блин. Ой, господи. Сейчас пройдем. Хочется мне лишь на сцену войти, но могу мечтать об этом только в заперти. Не стой ко мне спиной и не пытайся ты уйти. Я весь гнилой, мой бак пустой, без уста впереди. Одиночество мое свело меня почти с ума. О, 6 часов, отлично. Прошел, даже не вспотел, просто своей любимой тактикой. Это просто так тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Ох, как ухо чистится. Кстати, я сохранял, например, допустим, F5. Окей, давайте. Бегин, окей, давай. Стоять надо было, у меня же, помню, было сохранение. Окей, ну ладно. Настроишь на ЧБЛС, Фоксян, или для какой? Какой ночью вообще остановился? Подождите. Я две ночи, кажется, прошел, а потом уже умер. Этой ночи Федор должен появляться. Медведич. Наш прекрасный. Я угораюсь, ты. Это и звук, короче. А, и только 0 часов, но все равно за. Мне показалось, что он чувак. Бонни. Опа. Марионетку чуть не пропустили. Вы же понимаете, что это может быть. Мы могли только что слиться. И все. Почему бы нет? Обождите, что? Я забыл, а что ему? Секунду, а что у него действует? Электрошокер, да? Я уже забыл. Ты кто? Я уже забыл, если честно. Пошел вон. Да. Тут топал такой. Отчаянный Федор. Окей. Да чё вы ты меня так боишься, я не понял. Вот такие, без таких мужиков, пожалуйста, вон. Спит. Не спит!
смысле, какого хера? Все, земля пухом, Бонни, кусай меня. Давай. Че, трус? Фу. Фу. Очень страшно. Вау. Тебе просто повезло. Я там Фоксян ожидал подлину, который что-то там кусает. Что-то он сырло убежал туда, когда на него посмотрел, ну, в принципе. Бегин, я тебя пройду второй ночь. Ты думаешь, так типа легко от меня избавишься? Ты нетушки, нетушки. Я тебя захерачу. Ой, марионетка уже там раскручивается. Вот эти у меня какие-то фантомы или кто-то такие? Фантомы Фоксяны какие-то там. Потом еще фантомы Балунбои какие-то там. Кто вы такие, как вас прогонять и что вы будете, если... А тот Федор фиолетовый, который сидит, что будет? Ну давайте, покажите мне свою силушку богатырскую, мужики. А чё вас нету? Я вас одной рукой уделать? Не, конечно, это вранье, потому что мне надо будет две руки иметь. Как я не люблю ждать, пока этот ночь начнется. Сейчас только 0 часов, давай. Раз, два, три. Три, я сказал. Вот и все, вот так. Типа я сказал три тогда. Вы типа не против, да, хорошо? Ну ты спишь, так спишь, хорошо, да выйди отсюда. Выйди отсюда. Разбей его, я хочу еще меня. Посмотрите, выйди. О. Здравствуйте. Пошел. Никого там нет, окей. Ай. Там выйди. Я не могу, типа, нажать эту кнопку. Уйди, ты кто? Допустим, кто-то был, я нажал на всякий случай. Пошел вон. Допустим, это фантом, который надо... Типа... Я не знаю, что фантом делает. Так, как я слабо навожусь. Давайте уйдете нахер отсюда. Вон. Так, спасибо. Так, уйди отсюда. Я не могу никак нормально выходить с этой менюхи. Чё? Не пугай так никто. Вон. О, да, выйди, разбийник. Ну, давай, давай, нападай, кто-нибудь. А лучше не надо. Фоксян, давайте вы не будете на меня нападать, мужик. Мужик священный, мужик святой. Давай-ка вы будете сидеть на месте и дадите мне победить. Вон. Там. Фух. Спасибо. Фоксян, я на тебя рассчитывал. Муа, вот так, да, спасибо. не напугал меня. Чё, всё, good job, короче, Levy Cups, короче. Сколько? $150, отлично. Чё? Valued employee. The Fazbear Factory. Окей, the end. Easy, за одну серию прошёл The Freddy Factory, да? Я забыл, как называется игра. А может всё, да? Может меня отпустите? Эксперт мод? Нее, какой эксперт мод? Ты чё? Да ну нафиг! Послушайте, я сейчас буду сразу играть вторую часть. Ага. Типа, вот сейчас эксперт. И... На этом вот заканчивается, спасибо, что посмотрели эту серию. Я прошел Freddy Factory за одну серию. Ну, типа, именно. По сути, сюжет. Ставьте вот это, потом что-то будет еще, потом будет еще и жопа будет в конце. Ну и потом будем смотреть, что там в жопе. Ну какая жопа.
Так, сюда всем пока. Хочется мне лишь на сцену войти, но могу мечтать об этом только взаперти. Не стой ко мне спиной и не пытайся ты уйти. Я весь гнилой, мой бак пустой, без уст впереди.